А ну ладно, давай. Показываем процесс распечатки пчелорамки на самодельном распечаточном станке. Процесс пошел, показываем. Всего несколько секунд занимает этот процесс. Пожалуйста, рамка готова к употреблению. Если где-то есть какие-то ямки перед тем, как ножом работали, они вилочкой или ножом же опять удаляются. Потом со временем, если на этом станке работать, рамки все ровные и без проблем за несколько секунд очищаются. 25 миллиметров толщина рамки. Да, 25. Как настроите? Можете тоньше сделать, толще? Можно настроить, чтобы зачищало верхний брус сразу. А уже зачищает, вот они, зачищенные, да, бруски. Это регулируется вал, глубина. И обработки, да. Обработки. Ну, вот примерно так. А вам как-то слабо? Так. Вам слабо, конструктор спрашивает? Да. Приезжайте, смотрите. Заявки. Спрашивайте.